Ребят, приветствую всех. Одесса, 4 октября 2023 год. Мы с вами на пляже возле Ибицы. Вот непосредственно сама Ибица. Она уже закрылась. Сезон окончен. Ой-ой-ой, здесь так мягко. Вот, ну а мы прогуливаемся по побережью. Людей сегодня мало. Кто смотрел мое предыдущее видео, я уже искупался. Там на плитах, рядом с плитами на пляже. Но, честно говоря, я бы, наверное, лучше здесь искупался. Здесь вода и намного чище. И волны такие есть прикольные. Вообще прям классно. Что-то я поторопился. А уже обсох. Уже как-то не хочется заходить. Красавец, Аркадийский дворец. Посмотрите, какой красивый. Просто фантастика. Мне интересно, я там пройду или там проход закрыт. Потому что пока функционировала Ибица, там было все закрыто. Пройти там нельзя было. Я надеюсь, уже сейчас можно. А вот здесь он, трошечки водорослей. Пирс. Один из самых популярных. Вот такие лавочки были светящиеся. Ой, красота сегодня, конечно, красота. Пойдемте еще ножки помочь здесь. Ой, просто супер. Октябрь месяц, ребят, октябрь. Водичка еще классная, 20 градусов. Можно смело купаться.